Сначала это выглядит вот так вот разрезано, порезано, да, лазером это все дело. Стоит задача, это все называется выборка, будет переноситься на... То есть нам нужно убрать лишнее. Такая медитативная работа достаточно. Естественно, присутствуют вензелечки, детали, которые нужно убирать. Были читабельные, красивые. Подготовленные, выбранные на зеркальную поверхность. Это рама размером 50 на 70. И текст мы перенесем сюда с помощью монтажки. Я буду переносить на зеркало. Это уже завершающий у нас шаг, самый важный, самый ответственный. Я про хорбы, они не тянулись за монтажной, то есть запараллелить. Для чего я оставались на зеркале? Вот этим вот скребочком нужно обязательно. Очень круто смотрится на зеркале, это всегда.